Качели, карусели, горка и, конечно, песочница. На смену старому игровому комплексу во дворе одного из домов по улице Герцена установили новый, современный. Большая детская площадка стала подарком жителям сразу трех домов на празднике «Дружные соседи». Подробнее об этом смотрите в нашем следующем сюжете. Этого события с нетерпением ждали жители всех близлежащих домов. Новая горка, хорошая песочница и яркие качели. Современная игровая площадка на радость детям установлена во дворе, который объединяет три дома – Герцена 106 и 110А, а также Витошкина 105. Мне нравится, что качели покрасили. Новая горка, новая песочница. Современный игровой комплекс – результат совместной работы сразу трех советов домов. Сначала активисты собирали подписи жильцов с просьбой установить площадку. Затем с документами обратились в управляющую компанию «Коммунальщик», и те пошли навстречу. Мы ходили в соседние дворы гулять. И, конечно, уже давным-давно у нас вот такая идея уже как бы была, чтобы своя была площадка под окном. И вот мы осуществили нашу мечту. И вот как бы для деток у нас появилась такая сегодня замечательная площадка. Мы уже ее облюбовали, нам очень она нравится. Отметить это событие решили большим праздником, организовать который помог Центр по работе с населением. Веселая музыка, сюрпризы для активных жителей, а также множество интересных конкурсов от исторического клуба «Исток». Даже дождь не помешал собраться вместе дружным соседям. Погода плохая, но мы не уходим, веселимся, нам очень нравится. Спасибо вам большое за праздник. Дети веселятся. Еще одним подарком жителям дома стала большая клумба, которую посадили школьники и воспитанники второго детского дома. Цветочный оазис появился во дворе благодаря инициативе Светланы Разиной. Директор соседней школы номер 5 и сама живет в этом районе, а потому все силы прилагает к его благоустройству. Площадка, конечно, предполагает отдых маленьких детей, и, естественно, за ними должен осуществляться присмотр. Поэтому все бабушки, все мамы, которые будут присматривать за своими детьми, будут отдыхать на лавочке и будут отдыхать на вот такой красивой клумбе. Объединяться и дружить семьями в Вологде уже стало доброй традицией. Городской проект «Дружные соседи» набирает обороты. Уже сейчас он объединил более 3000 вологжан, которые приняли участие в праздниках. Мы праздновали Дни семьи и верности. Мы садили клумбы совместно, да, мы занимались дачным фримаркетом. Были какие-то мероприятия и для детей, были и спортивного рода мероприятия. И любое событие, также событий было множество, и все были достаточно интересные. Самое главное, что наш проект не заканчивается, а только набирает свои обороты. Организовать праздник в своем дворе по силу каждому. Каким он будет, спортивным, детским или музыкальным, решать самим жильцам. А с организацией помогут специалисты Центра по работе с населением, представительства которого работают в каждом микрорайоне. Узнать более подробную информацию можно по телефону 72 96 70. Арина Прахова, Антон Лукьянов, Вологда Портал.